летим пойдем также, да? Буйрут. Видите, какая погода хорошая? Да. Саня. Потому что хорошее наше начальство, поэтому... Без лает экипарда. Сегодня, первый день зимы 2018 года, мы торжественно открываем дорогу, которая станет, мы верим, вторым дыханием, двигателем для дальнейшего развития нашего села. На нашем торжественном мероприятии присутствуют многоуважаемые гости. Искренне и с чувством глубокой признательности мы приветствуем президента Республики Молдова Игоря Николаевича Дадон. Башкана Гагаузии. И... Сегодня с вашей легкой руки, многоуважаемый Игорь Николаевич, благодаря вашим замечаниям, наставлениям, рекомендациям и помощи реализовано такое фундаментальное строительство не просто дороги. Не побоюсь сказать, проложение пути в светлое и лучшее будущее села Гайдар. У гагаузов очень ценится человек, который держит свое слово. О нем говорят Хализада. Джанабинис Хализада. Огромное вам спасибо. Слово для приветствия предоставляется президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Дадону. Спасибо большое. Ну, что я могу сказать? Во-первых, поздравить всех с этим важным событием. Вот мы с Ириной Федоровной ехали, она вспоминала 16 лет назад. Она говорит, я жила в этом селе. Я говорю, я помню эту дорогу каждый день наверх, вниз, пешком. Она говорит, я еще тогда говорил хорошие, ну, нехорошие слова про те, которые не делают эту дорогу. И говорит, тогда я себе где-то внутри сказал, если будут возможности, я эту дорогу сделаю. И Ирина Федоровна и Федор Николаевич, я не знаю, почему не представили, вы его знаете или нет? Он достойно представляет ваше село в парламенте Республики Молдова, вы знаете. Наш товарищ, наш друг, и я знаю, что вы его поддерживаете, мы его поддерживаем и будем поддерживать и дальше. Я честно от души хочу поздравить с тем, что эту дорогу сделали. Ирина Федоровна сказала, что не все села могут радоваться и хвастаться, что у них есть такие дороги. Не только в Гагаузии, но и в других регионах. И я здесь рядом с вами, чтобы разделить с вами этот праздник. Это не деньги из Кишинева, это вот тоже очень важно. Это то, что вы смогли сделать своими ресурсами здесь внутри. И это показательно. Потому что за последние годы мы видим, что в Гагаузии ситуация улучшается. И это очень хорошо. И когда сегодня я запланировал, я был в Камрате, открыли иконостас, который освещали, который в храме я обещал в начале этого года. Вот очень правильно сказать, надо держать слово. Я слово всегда держу. И только что был в Джалтае, которые меня поддержали 100%, и здесь почти 100%. И Ирина Федоровна говорит, я хочу открыть дорогу в Гайдарах. Я говорю, слушайте, ну я бы как бы ни при чем при открытии, я не могу ленточку резать. Ирина Федоровна говорит, это праздник для жителей села, поэтому очень просим, чтобы вы были рядом с нами. Поэтому я с вами здесь, рядом с друзьями, ваш праздник, праздник села. Я вас поздравляю с этим. Я уверен, что и эта дорога, и вот ту работу, которую вы здесь проводите, а я знаю, что ваше село одно из самых таких... Как лучше сказать? Ну, крепких я знаю, Федор Николаевич. Трудолюбивых. Не все говорят, что как гайдари люди работают. Ну, в Гагаузии все вот такие очень четкие, ясные, понятные и работоспособные. Но как в гайдарах, здесь и мельница, здесь и очень много других предприятий, то я бы хотел, чтобы все села в Молдове были такими. Может быть, их сюда отправлять на переквалификацию? По 10 человек, чтобы они смотрели, как нужно строить. Еще раз всех поздравляю. И я уверен, что все у нас получится вместе. Поздравляю и с Богом. Спасибо. А дети поприветствуют. Ребята там? Дети поучаствуют. А ну-ка, ребята, подняли шары и крикнули громогласно «Ура!» Сейчас кортеж пойдет. Расступитесь, пожалуйста, вот здесь. Делайте место. Делайте место. Давайте. А мы вам поможем. Мы вам поможем. Давайте. Не слышу, ура! Ура!
Спасибо большое. Замерзли чуть-чуть. Первый кортеж. Ура, поплопали все. Да.